Привет! Привет! Короче, не важно. Группа Мона Лиза, образовавшаяся чуть больше года назад с первоначальным названием «Ансамбль имени Бабкина», за что мы очень благодарны Максиму Кочегарову, которого я очень люблю называть Кочерышка, он почему-то не откликается на это прозвище. Вот, он нас так обозвал совершенно случайно, потому что перед первым концертом нам нужно было срочно придумать название, а как мы как обычные люди... Репетировали, и на название так и не нарепетировали. Главное было музыка, а не название. А по итогу получилось так, что пришлось выйти с названием No Name, а на ивенте надо было что-то указать. Поэтому записали нас как... Ансамбль имени Бабкина, да. Название очень сильно приелось, поэтому... Очень сложно было от него отделаться вот до недавнего времени. Если еще, я не уверен, что все знают нас как Мона Лиза. Так и что... то пришлось вывешивать и баннеры, выкидывать шарики, и 20 раз со сцены повторять. В общем, да, мы натерпелись. В итоге получилось так, что образовались мы изначально совершенно случайно. Вот, встретились два человека. Мы встретились на концерте, посвященной памяти Цою. Я буду, наверное, свиньей, потому что я, честно, не помню, это был не тот день рождения Цоя, не тот день смерти. Память Цоя, да. Обойдемся такими словами. И мы попросились импровизировать, мы собрались небольшим, так скажем, составчиком. Да, у нас уже раньше был опыт. Да, мы играли до этого вместе, так вот. Импровизации, да. Мы сыграли пару каверов Земфиры на... На группу кино, соответственно, да. С нами играл до этого Антон Морозов, Макс Кочегаров непосредственно сам и... Девочка Александра Саша, Стрэндж. Не знаю фамилию. Да, к сожалению, фамилии знаю только по ВКонтакте, у нее фамилия Стрэндж там. Вот. И так получилось, что вот так вот случайно мы образовались. В итоге... Прорепетировав там буквально месяц-два этим составом. Ну, короче, не срослось. Мы начали распадаться. Саша нас покинула, Макс вообще не приходил никогда. И на место Саши мы фактически сразу нашли Олю, буквально через неделю-полторы. Абсолютно случайно. Оля фактически сама нашлась. Да, Оля нашлась сама. Вот. Ну и, наверное, да, пора, наверное, сказать, Ольга Коновалова — это наш вокал, это основа нашей группы, лицо, голос и все, что можно. Кулыбаев донат. Это гитара 6 струн. Будум-будум. Это таймер, и вот 4-струнный — это я. Тамерлан Байтокин, боже мой. И Адиль. Фамилия у меня слишком сложная и некрасивая, ей не называть. Вот. До этого у нас на барабанах был Антон Морозов. По таким обстоятельствам он не смог у нас репетировать. То есть у него времени не хватало, и, видимо, где-то какие-то проблемы возникли. В итоге он просто покинул состав. На его место мы нашли... Байтокина Тамерлана, соответственно. А вот можете, кстати говоря, вот сейчас... Не поворачивай туда, там все плохо! Верни сюда! Это Антон Морозов, собственно. Ну, собственно, просуществовали мы с названием «Ансамбль имени Бабкиной» буквально вот до времени пары недель назад. Вот, тогда нам пришла в голову всем сразу гениальная мысль поменять название. Ну, она нам приходила в голову весь этот... С тех пор, как весь нас этот назвали ансамбль имени Бабкина, мы думали, как бы поменять это название. Не надо. Как слоу-поп ехало в наши головы, спустя год мы придумали название... Почта России. Да, Почта России. Мы придумали название Мона Лиза. Мы придумали, ага. Придумал донат. Давайте все похлопаем. Придумал донат, на самом деле, обозначает она очень просто. Мона Лиза. Одноглазая Лиза у нас. Обозначает название на самом деле одноглазую кошку по имени Лиза, собственно. Мою кошку, да. Оле ничего в голову не лезло, мы вспомнили Сик Папис, потому что больные щенята, а потом вспомнили одноглазую кошку и решили, что это будет нормальное название. Как бы там ни было, в любом случае, теперь мы известны. Должны быть известны, во всяком случае, как... Обязаны быть, да, известны как Мона Лиза. Вот. Мы скажем о том, что на самом деле песни наши рождаются достаточно в муках, поэтому мы конкретного стиля не можем вам назвать. Каждая песня рождалась достаточно сложно. Все текста были написаны не нами, мы вообще не умеем рифмовать. Вот. Мы с рифмой вообще не дружим никогда, поэтому тексты нам пишет Татьяна Тавровская. Как бы, что еще? Ну и, соответственно, на эти тексты мы уже пишем музыку. Да, музыку мы делаем сами, но это очень сложный такой процесс, поэтому почти за
почти мучимся, за полтора мучимся, года. Мучимся, страдаем, да, но пишем. За полтора года мы настрадали всего на 6 песен. На 6,5, там вот, как-то так вот, на самом деле. С вами была группа Мона Лиза, всем котиков! Котики, 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 котики.